Здравствуйте, любители тенниса и профессионалы. Сегодня хочется поговорить о столах. На чем мы играем, как играем, какие столы подходят, для какого уровня. То есть сейчас пластиковый мячик, хочется сделать обзор, как он прыгает на этих столах и что стоит покупать, что не стоит покупать. Вот примерно так. Вот мы сейчас проведем обзор, на котором попробуем поиграть двумя видами, обычным мячиком и пластиковым, на трех разных столах. Вот у нас стол есть фирмы Startline, лидер, стол Butterfly и стол Donic. Они немножко в разных ценовых категориях, но мы их взяли специально на тест, ну, чтобы посмотреть, какой у них уровень и соответствуют ли они, ну, тем требованиям, которые мы от них ждем. Итак, вы увидели, как мы играли сегодня на трех столах. Donic 25 мм столешница, Startline 22 мм столешница и Butterfly 25 мм столешница. Играли мы как обычным мячиком целлюлоидным, так и пластиковым. Это все видно на видео. Теперь, ну как бы, обзор этого теста. Что мы выявили? Но тестировали не только сегодня, а уже несколько ребят у меня поиграли. И вот сложилось такое мнение, что стол Butterfly где-то по скорости у него семерочка, если брать стол Donic где-то 7,5, скорость у стола Startline где-то, ну, чуть меньше, чем семерочка, то есть где-то 6,5 баллов.
да, по скорости. Дальше по качеству отскока. Вот обратите внимание, очень массивная столешница у стартлайна сделана. Вот. И тем самым им удалось, не знаю, каким-то чудом компенсировать вибрацию. То есть отскок идет ровно, несмотря что столешница 22-я, да, и ценовой диапазон у него заметно уступает. Да, там в каталоге 22 тысячи, те под 70 тысяч, Butterfly вообще 90 почти. Вот. Но отскок ровный, нет вибраций. Что еще выявлено? Самый как бы контрольный стол, ну на мой вкус, это Доник. То есть у него ровный, равномерный отскок во всей направлении, и он пропорционально отскок. А на втором месте Butterfly. И вот как бы я взял специально их три, чтобы сравнить немножко в разном ценовом диапазоне. Да? Дальше из теста, что мы выявили, что пластиковый мячик, что мячик целлулоидный, столы как бы практически не влияют на показания игры. То есть отскок пропорционально чуть-чуть тише на пластике, вращение менее заметно, но оно равноценно на всех трех столах. Дальше что хочу сказать. Вот какой нюанс проявился, что вот на столах Startline Leader, да, они покрыты меланином, поверхность немножко жестче, чем краска, наверное, получается. И на короткой игре, когда идет подача или подсечка, мячик вылетает немножко дальше. То есть дуга немножко положе и отскок сильнее. То есть стол как бы менее держит вращение, да, то есть оставляет его на вылете, чем те два стола. Но вот как для детской школы, для игры любителей, это плюс, потому что мы привыкаем играть с вращением, мячик как бы дает дугу более такую сильную, и тренировка идет более интенсивно. Вот. Дальше, что хочется сказать, что стол, вот этот лидер, да, он совсем в другом диапазоне, там 22 и 60, там 70 и 80 тысяч. Но вот за счет нашего советского железа, да, они не пожалели, сделали массивную раму, сделали всю конструкцию цельной, что придает монолитность, да, и получается, что стол, ну, гасит малейшую вибрацию. Также на опыте столов, вот там мы потом покажем, у нас есть столы, прослужившие 10 лет с этим покрытием, с меланином. Ну, я сперва недоверчиво относился к той информации, что столы советско-германского производства, да, но вот 10 лет прослужила поверхность, мы потом покажем, в условиях детской секции, не дома где-то она стояла и на ней играли, а здесь дети, три смены, с 9 до 9 вечера идет игра, идет попадание, вот, мяча, отскоки разные, там удары, дети же любят и по столу стукнуть, и ракеткой, и поверхность служит, и чувствует себя великолепно. Так вот, что я хочу сказать. Кто имеет возможность позволить себе стол за 90 тысяч, да, Butterfly, ну, он стоит своих денег, несомненно. А, ну, лидер в моем понимании, это стол Доник, потому что цена 67, да, 65, там, может, еще какую-то подвижку по цене могут сделать там фирмы, да. И они очень легки в эксплуатации, то есть легко разбирается, легко собирается, и каждый день его можно возить. Но, несомненно, вот что меня искренне порадовало, что наш отечественный стол Startline Leader, столешница 22 мм, она абсолютно подходит мне как для работы с детьми, так вот где-то до кандидата в мастера спорта можно смело рекомендовать этот стол, и на нем можно проводить соревнования различного уровня. Вот мы находимся в зале, где проходят тренировки у нас. Здесь детская группа занимается, первая начальная подготовка, игра на стола, набивание. Вот сейчас вы видите стол фирмы Startline Leader. Он прослужил где-то 9-10 лет. Вот посмотрите на поверхность, то есть
пережил очень многое, но сама игровая поверхность за счет вот этого меланина, то есть я искренне верю, что это советская, не германская, потому что качество, вы видите, 10 лет. Стол не повело, не покорежило, он готов еще сколько-то простоять. Итак, вот и тоже. Вот если мы берем для себя в офис, в фирму, на дачу, куда-то еще и не располагаем большим бюджетом, ну вот вы видели сегодня отскок, слышали, ну кто понимает, понимает, да, кто нет, можете поверить, что стол в своем диапазоне цен, ну просто здорово. Я был удивлен. И сейчас планируем купить всю детскую зону снабдить вот такими столами. Вот. Дальше, если цена-качество, то, естественно, Доник 25 столешница, он, ну, как бы выигрывает у Баттерфляя, потому что, во-первых, Доник сделан в Германии, Made in стоит, а это очень весомый аргумент, то есть он предназначен для ежедневного складывания-раскладывания. Вот. А Баттерфляй, несмотря на японское как бы качество, сделан все равно в Китае, и при сборке его, ну, какие-то нюансы у нас проявились. Вот. Но сама поверхность отличная, посмотрим, пройдет время. То есть столы пока новые, там 5-6 лет, это небольшой еще срок по нашим советским меркам, когда наши столы деревянные служили десятилетиями, да, и расставаться с ними жалко. Вот, сейчас покажу немножко, как он работает. Очень хорошее железо, очень массивное это. Вот так просто поднимаем, идем. Все, хороший щелчок, установилось надежно. Так же самое складывается вторая сторона. Подняли и куда хочешь покатили. Имеется тормоз. Ну, все, короче, сделано серьезно. Смотрите. Так же легко раскладывается.